Вот, привезла вас, друзья, еще в одно место красивое. Это самый-самый южный мыс, южная часть нашего острова. Называется Нитон. Вот, там есть маяк Святой Катерины, Санкт-Катерин, Лайт по-английски. Я попробую туда с вами тоже съездить, но вот, вот это вот место... Ну вот оно такое, я бы не сказала, что очень живописно. Ну вот видите, эти породы скальные такие интересные. Вот здесь вот у них, как обычно, у англичан тоже распространено. Вот такая смотровая площадка для людей, сделана специально. Вот к ней даже дорога подведена, видите, вот там. Вот я к ней ехала, к этой смотровой площадке, и я здесь тоже не была ни разу. Вот круговую панорамку вам покажу. Ну, в общем, конечно, этот, для чего сделана смотровая площадка именно здесь. Потому что вот когда хорошая погода, солнечная, ну, крайне редко она, конечно, здесь бывает, потому что туманный Альбион, вот сегодня она как раз, к сожалению, погода не очень ясная. Но вот вид отсюда грандиозный. То есть я вот глазами, конечно, вижу. Не знаю, опять передаст ли вам камера, потому что смог, туман. Вот туда дальше, в просвет, вот где виден этот пролив. Это пролив Ла-Манш опять, то есть English Channel, друзья. Я все время обижаю англичан, называя его проливом Ла-Манш, потому что это English Channel, никак иначе. Вот, и там вот видите, вот виден вот этот вот клифт опять, обрыв белый. Не знаю, видно ли вам, вряд ли, наверное. Но вот в хорошую, солнечную, ясную погоду здесь вид грандиозный. Это как раз вот на Нидл. И туда дальше, дальше, дальше. Но это, наверное, вам уже вряд ли вы увидите. Вот. Виден самый-самый западный мыс острова Isle of Wight. Вот отсюда виден великолепно. К сожалению, не сегодня. Но все равно, вот мне кажется, здесь красиво. Тоже такое грандиозное место. Поехали из этой смотровой площадки. Я включила вам камеру. Когда я еду, здесь тоже довольно интересно будет посмотреть. Это такая дорога, очень узкая опять, Narrow Road. Вот. И она ведет специально только лишь вот к этому смотровой площадке. Вот, понимаете, да? Вот посмотрите, насколько она живописная. Я включила вам камеру, чтобы вы насладились. Хотя, конечно, ехать тут вот, ой-ой-ой, и в ту, и в другую сторону ездят машины. Разъехаться будет нельзя, если, не дай бог, кто-то мне едет навстречу. Разъехаться не получится, придется задом кому-то сдавать. Ну вот, дай бог, как говорится, чтобы нам никого здесь не встретить. Посмотрите, как красиво, друзья, просто великолепно. Только посмотрите, какая живописная дорога. Я специально включила вам камеру. Вы знаете, вот как ни странно, но вот я стала сейчас ездить сама немножко больше по острову. Я мало что здесь знаю, как я говорю. И вот я в этом месте, например, не была ни разу. С удовольствием вместе с вами его впервые для себя обнаружила. И вот посмотрела сама и вас привезла. Очень интересно. Вот сколько еще таких мест у нас на острове, друзья? Наверное, очень много. Придется найти какие-то карты старые. Придется что-то такое разыскать, чтобы... попытаться найти, какие-то красивые места, которых я еще не знаю.
Вот. Это, как я уже сказала, самый-самый юг острова нашего. Он тоже такой специфический. Это тут недалеко город Вентнер. Вот. К сожалению, дорога только в одну сторону. Я смотрю, еду медленно, потому что не была здесь никогда. И вот интересно мне, смогу ли я еще что-то найти интересное для вас, друзья. Но мне кажется, что даже вот эта вот живописная дорога, такая необычная, специфическая, она тоже представляет интерес, по-моему, да? Вот. Посмотрите, насколько узкая дорога, ё-моё. Как они тут ездят? Я не представляю. Да еще каменные такие со всех сторон стены. Боже, боже, так, куда мы едем? Что у нас тут? Что у нас тут? Ньюпорт Вентнер Флэш Вота. Так, ну давайте еще немножко я вас прокачу. Проедемся мы с вами. А нужно ли мне туда? Нет, мне нужно назад. Я хочу все-таки съездить на Сан-Хелен. Маяк. Попробую вам его еще показать, найти. Поэтому мне не знаю, ли я правильно ли я еду. Посмотрим. Побродим. Тут еще проблема-то, в общем-то, проехать мне как-то даже интересно. Так, что у нас здесь? Ну, ё-моё, кого ж спросить, а? Санкт-Катерин Лайтхаус. Я так понимаю, что это здесь. Would you excuse me, please? Can I, how I can to find light, St. Catherine Lighthouse? Oh, St. Catherine's Lighthouse? Yeah. I've seen that on the map. I think it's back that way, isn't it? It's over there. I don't know how you get to it, though. I'm sorry, we're walkers. But it's definitely in that direction. This direction? Yeah. But there's I'm nothing, going you, around, to cannot find, I'm nothing, afraid. There's you can't go down there, can you, and go I think around? So. No, I think that way, and then turn left. Yeah. Uh-huh. All right. Anyway, thank you. Google Maps? No, I have, yes, I tried to use it. Anyway, thank you, good You're luck. You're welcome. Ну вот, гуляющие, тоже не знают, такие же, как я, туристы, путешественники. Сказали, что надо ехать назад, но я что-то сомневаюсь, что назад. Ой, не знаю, друзья. Получается, что я еду по кругу.